Ребята, 10 тысяч давайте лайки, пожалуйста, ставим, стучим по экрану. Всем спасибо, ребятушки, за лайки, кто лайкает. Владимир, спасибо за подписку. В общем, потом напишешь. Мы с тобой познакомились, говорит, недавно. Где познакомились? Здесь, в эфире, надеюсь? Надеюсь, в эфире, не вживую. Вальтер, что тут сейчас произойдет? Как это переводится? Как вас зовут? Вальтер, thank you. А как вас зовут? Я что-то вас не помню. Ребята, 10 тысяч сделаем. Привет, Ербол. Майк, привет. Нурлан? Не, я не помню вас, Нурлан. Спасибо за подписку, ребята. Память девичья, но... Чё, музыка, не нравится, что ли? Меня зовут Вася. Очень приятно, Вася. Чё с музыкой, не поняла? А, для меня необычная? Почему это обычная? Я слушаю такую музыку всегда. Ой, Вован, спасибо. Клубная, ну я же люблю танцевать. Че, как начну танцевать, да, такая. Как начнем сейчас танцы, танцы танцевать? Она мне тоже нравится. Угу. Ребятушки, еще чуть-чуть осталось. Давайте до 10 тысяч, пожалуйста. Ой, куда я нажала? Евгений, спасибо за подписку. Еще мне вот это нравится. Фифа? Ребят, фифа это хорошее слово или плохое? Хотела бы где-то потанцевать. О, я тоже хочу танцевать, ребята. Классная тема. Это же плохое слово, что ли? Марк, он меня красоткой назвал, а ты его отключил. Ну что такое, а? Не хотел, говорит. Нет, говорит, перевесила. Нечаянно, что ли? Это, говорит, она была вроде. Не поняла, мистик. Вячеслав, не Алена зовут. Спасибо за подписочку. Нет, не прошло. Мистик, еще пиши. Мне теперь интересно, что ты хотел там сказать. Спасибо, Сергей. Ребят, еще немножечко осталось. 10 тысяч лайков будет.
Нет. Не прошло. Привет, привет, как дела? Как все движки? О, ребят, смотрите, видите, как Александр пишет? Пишите так, чтобы пропускала. Супер дела, все хорошо у меня. Как твои дела? Доброй ночи. Но пока что еще не ночь. Челка. Че челка? Замечательно. Хола. А, женщина, типа, это не он был, а она, имеешь в виду? Которая написала FIFA, что ли? Уберите вот этого мерзкого типа или бабу, кто это, который смешно пишет. Добрый вечер, привет-привет, ребят, всем. Марка надо было блокнуть вообще, не просто выключить, а заблокировать, чтобы такие мерзкие людишки ко мне в эфир больше вообще никогда не попадали. Дела у меня хорошо, как ваши дела, ребята? Руслан, ты что ли шмара? Наверное, да. Скорее всего, ты шмара. Я из Павлодара. Я тоже из Павлодара. И отключи, Марха. Сергей, спасибо тебе. В пятой. Молодец. Спасибо, мистик. Кстати, что с комментариями идут? До этого нет, не прошло, нет, не было. Мистик, попробуй цифру добавлять. Вот, допустим, этот. Чувствую, как сегодня не усну, у меня под окнами асфальт кладут. Хорошо, привет, привет. Агент, привет. Ребята, пишите, когда пишите комментарии, добавляйте цифры. Так вроде бы проходит комментарии. Это проверка. Какая проверка, блядь? Уберите вот этого отсюда, чтобы проверки. Ты кто такой, блядь, чтобы проверки здесь устраивать? А? Блокните его и выключите. Ты отключил его блокнуть. Проверка, блядь. Кто такой вообще? Проверки тут проводить. Агент, ты что, каждый эфир на меня подписываешься, что ли? Честно. Вот каждый эфир заходишь и каждый эфир подписываешься. Ты зачем? Ну, если подписался, тогда не надо отписываться. Зачем туда-сюда ходить? Ребят, кто там, Евгений, где батл, говорили, будем играть? Вот батл как раз предлагает.